Начну с сообщений последних минут. Умер российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, больше известный под псевдонимом Децл. Об этом сообщает его отец на странице в Фейсбуке. О причинах смерти пока информации нет. Певцу было 35 лет. За свою карьеру он выпустил 7 студийных альбомов. Наибольшую популярность Децл получил после треков «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя».